зробити перший крок так важко. Та серце кличе до пригод. На мене світ давно чекає. Я не боюся перешкод. Назустріч щастю відчуєш смак свого життя і твого серця. Я люблю ходити в ладушки, читати і писати, ну а більше всього соревнуватися з моїм другом Тимошей. Ми танцюємо, співаємо, читаємо, англійський вчимо. Надо много знать всего и учиться в школе. Для этого надо читать, писать. И вот для чего надо школа. Вообще-то я все знаю и цифры, буквы, умею читать до 100. Много чего читаю, умею решать примеры. Хочу стать взрослой, чтобы быть умной и красивой. Стоматологом стать, что лечить зубы. Но для этого надо пойти в школу. Но там надо хорошо учиться. Потому что тут весело, много друзей, мы играем, танцуем, поем. Мне это нравится. Secret.
до ласки, то что я тут читаю, ты стою. Тут твой. Мне нравится ходить в лагерях, потому что тут есть мои интересно. И еще тут много друзей есть. Что значит быть умным? Говорить. Думать. Буквы знать, цифры. Совсем скоро я пойду в школу, буду там учиться. Мама хорошие оценки, чтобы мама с папой мной гордили. Осенью я пойду в школу, и там много-много друзей будет, и будут писать уроки.